Hello and welcome to Anyvilleville. I'm Philip from RunThinkShootLive.com. Anyvilleville is the fifth in a series of five mapping challenges that I have called the Hammer Cup 2016. Всех приветствую на канале Старые Игры. Народ, у нас сегодня будет тоже, как мне показалось, интересная модификация. Называется Некрофобия. Это, да, карта по номерам 5. Из конкурса Anyville. Ну, то есть это тоже один из конкурсов 2016 года. Anyville значит, что любая тематика. Довольно мрачный, кстати, мод. Вот почему я его и выбрал. В таких темных, необычных тонах сделано. И здесь есть кое-какие, скажем, ну не то чтобы головоломки, есть загадки небольшие. Не то чтобы их много, но так сбалансировано. Мне такие моды нравятся. Так, Green Skull. Череп что ли? Ой. Такой, да, немножко хорроровый мод. Прикольный. Здесь почему-то зомби все черного цвета. Ну, видимо после обгорания. Так, это что тут такое у нас? Короче, помесь Half-Life с каким-то Doom, что ли. Видишь, ну слышите, ребята, звуки такие, как из Дума. Крики проклятых. Класс, атмосферненько. Это мне Дом кошмаров напоминает уже. Так-с. Еще. Что-то он крепенький был. Так. Видите, ни хрена не видно без фонарика. Ну вот в Доме кошмаров тоже был такой прикол. Да, видите, здесь просто так замки нельзя вскрыть. Трабаданчикус. Вот, ребят, можно пропустить случайно. Видите, не очевидно, что ключ это ключ. Ну, это ключ, оказывается. А, все? Финито. Ты смотри, а. Что у меня из оружия, все кончились патрончики. Так, ключ-то я взял, а куда же он делся-то? Ёлы-палы, я чуть это, я чуть не охерел, страшно, реально было страшно. Так, а ключ-то куда делся-то у меня?
А, вот, здесь дверь еще не сразу открывается. Тоже, да, такие приколы есть. Надо сохраняться почаще. Здесь чего у нас? Чья-то картина. Газетка с чем-то там. Непонятно. Что-то написано про какую-то компанию тинейджеров, и что-то они куда-то пошли, и дальше, ребята, я не знаю, можете написать в комментариях, что это значит. Я с английским не особо-то дружу. Такс. Сплошной хоррор. Не, нафиг, не буду с ним драться. Он крут. Блин, я такие моменты обожаю. Вот когда не в тему. В Half-Life вообще офигенно позиционируется звук. Именно в плане 3D. Ой, блин, скелет на башку упал. Блин, автор мода. Автор мола, мода молодец. Тут какая-то секреточка, да. И сразу же пенделя получи. Отлично. Что тут написано? Северный БГМГ. Я не знаю, на каком-то языке. Ну, по идее, сюжет второго Half-Life частично происходил в Болгарии. Так, еще ящик с бензином. Так, что-то закрыто. Короче, ребят, здесь написано что-то типа стреляя поворотом и, ну, типа усиленно стреляя, как я понимаю, но на самом деле ни хрена это не изменит. Идите. Можно и машины немножко побить, но толку не будет. Вот, здесь надо еще взять. Бензин и ключик последний. В этой локации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну реально хоррор, реально хоррор. Звук прям идеально сделан. Все. Что такое? Кто там? Ух ты, ты. Чё-то у вас многовато. Здесь главное не набирать скорость высокую. Сейчас поймете почему. Потому что если вот въехать вот на эту горочку, машина тупо застрянет. Так, я уже вижу, слышу, точнее говоря. Так, где ты? А, вот он. Вот он, ребята. Ага. Вот эту секреточку я раньше не замечал. Так, как мне туда жопу протиснуть-то? Да?
Ну тут понятно, бумага слишком старая, и типа вы не можете распознать текст. Так, тут чего? О! Это надо. Блин! Слушайте, реально мод шугает. Я, конечно, столько модов Half-Life играл, но, ребят, ну, когда ты в наушниках играешь ночью, некоторые моды могут тебя удивить. Ух ты, да ёлы-балы. Ой-ой-ой-ой, ну его нахер. Так. Всё. А как мне это... А, тут вот так берется. Здесь запрыгнуть нельзя, заскриптовано. По скрипту прыгнуть нельзя здесь. Чего там? Просто пистолет и все. Ладно. Класс, класс. Туманчик, туман отрисован. Ну, реально, вот автору респектос. Так, тут что-то есть? Ни хрена хорошего. Так, это куда это приполз-то? Там какой-то завал был, хочу заранее проверить, что там интересного может быть. Кстати, музыка, ребят, здесь не оригинальная. По-моему, эту музыку автор сам добавил. Это я в оригинале ее не помню. Так, там чего? А мог бы и секреточку сюда положить. Ну, к сожалению, нет. Угу. Да, здесь просто тупик. Ну ладно. Такс, ну это что у нас, какая-то... А, это у нас типа какой-то или церкви, что ли? О, отец Григорий. Здравствуйте. Это будет интересно, у меня вроде субтитры должны быть включены. Аудиосубтитры. Только в диалогах. Ну, здесь, видимо, субтитров просто нету. Они включены, но их нету. Видео у меня тут все по максимуму. Навинчено. Close, brother. Говорит, идем, брат, да? Вроде того. Over here, brother. Секреточка. Я как помню, надо вот сюда вроде бы пойти еще. О, вкусняшки. И чё ты приуныл? Идем, идем, братер. Ой, ой. Thank you.
обед пока отойду. Вот. Я про эти ящики забыл, да. Чтоб у нас было все красиво. Вот там. Войдите. Ой, как четко их размело. Чего это было? Прикольно, все зомбаки обгоревшие, ну живые, ну видимо не догорели, что очевидно. Так. Куда ты нас ведешь? Вот, ребят, эффект Блум. Кто-то спрашивал, ну, много раз, что такое эффект Блум. Вот. Вот, в принципе, вот один из вариантов Блума. Кстати, с отцом Григорием еще был один модик интересный, но я не помню название, но можно его поискать будет. Там тоже ты с ним бродишь по городу, он тоже немножко там свихнулся. Я не помню, проходил этот мод, не проходил. Он тоже такой где-то минут, может быть, на 20. Если интересно, ребят, напишите комментарий. Вообще, мне тема Ривенхолма интересна тоже. Необычная. Ой, опять какой-то склеп мы попали, или что это такое? Прям какой-то сатанизм тут, наверное, был. Жуть. Ух ты, ёлка. Гранат. А, гранат у меня нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько мелких дряней? Кстати, вот я смотрел некоторые видосы по Half-Life, по второму, в том числе по модификациям. Вот абсолютно все эти обзорщики говорили, что вот эти твари ядовитые, они не могут убить. Нет, ребят, они могут убить. Просто в зависимости от того, сколько они раз на тебя нападут. Это чё? Какой-то ключ, что ли? А. Вперед, наверное, не надо идти. Здесь почему тут эти вот усиленные быстрые зомби? Усиленная у них как бы броня, что ли? А, нет, нормально. Мне показалось. Да, если четко попадаешь, даже без двойного выстрела валятся. А, спасибо. Повергенератор, ну вот. Ага, все. Что тебе надо еще? Эть, ага.
Что с тобой, отец, творится? Херовенько, ребята, ему. Did I not tell you to seek the church? Не, ну пока моргает живой, а ну-ка его можно застрелить, интересно. А, ребят, нельзя застрелить его. Его просто не продамажило. Он моргает. Живой, значит, еще. Ну ты там это, держись. Может ему аптечку принести? Но это вряд ли. Такая фишка есть. Еще можно попробовать ему аптечку принести. А ну-ка, давайте. Кто его знает, что там автор накрутил, на? А, все, ребят, скопытился он. Видимо, так заскриптовано. То есть этот, ты отходишь, все ему. Купец. Так, и... Тут что-то есть интересное. Нет, тут, ребят, никаких нычек нету, но я специально пробегаю, чтобы показать. Возможно, какие-то тут секреточки, но пока их не обнаружил. Да, видите, секреточек тут нету. Застрял в кустах. Да, классно, здесь цветокоррекция, цветогамма. Нетипично для второго Half-Life. Полностью в таких темных тонах сделано. Так. О. Some small repayment owed for your own survival. Некрофобия, да. Шорт, короткая переводится. А, этот же автор был у нас уже на канале в прошлом моде. Ну, недаром, что он вошел в список лидеров. Респект автору. Ребят, на этом все. Если вам понравилось, естественно, лайкайте, ребят. И, пожалуйста, ставьте, пишите какие-нибудь комментарии, чтобы канал продвигался, чтобы видео как можно было больше людей просмотрело. Потому что, сами понимаете, сейчас с просмотрами немножко плохо из-за того, что... Проблемы со скоростью на Ютубе. Я сам вот, ребят, не могу даже посмотреть практически никакие чужие видео с нормальным качеством и скоростью. Ну, кто не знал, будете знать.